вот такую вот отвертку Bosch, всеми ненавидимую, Go, первый выпуск, синего цвета. Хочу показать, как она закручивает саморезы. Вот у меня тут всякие разные саморезы. Приготовил дощечку. Давайте посмотрим. Так, на 6-й скорости сразу включаем. Так, сейчас переключу. Вращение срабатывает при надавливании на биту. Вот. Если надо докрутить, лучше не жать до конца, а поставить в нейтральное положение и уже самой отверткой просто подкрутить столько, сколько надо. Вот основной секрет, потому что у этой отвертки есть самовращение инертное. Если до конца жать, она не останавливается, у нее нет редуктора. Вот, смотрите, сейчас выкручу и закручу. Видите, она останавливается только от того, что уже не хватает ей усилия. Вот, смотрите. Вот. Нужно отдергивать вот эту отвертку, чтобы не поломить материал. Лучше не докручивать этой отвертки до конца, не докручивать, останавливать и ставить в режим нейтральности, и уже самому столько, сколько надо, можно докрутить. Вот за это и ненавидят эту отвертку все. Сейчас появилась новая, чуть-чуть подороже, с редуктором. Вот. Но, так или иначе, эта отвертка достаточно удобная и приятно крутить саморезики. Друзья, подписывайтесь на канал.